Офигеть, вот это раскаты. У нас все детки еще гуляют, ребят. Вы слышите? Вот это да. Позвонил сыну в Анапскую. У них там уже... Офигеть, до сих пор гром. Вы слышали такой гром когда-нибудь? Еще молния. Ну, сейчас просто прям вот здесь был раскат такой прям большой молнии. И вот настолько долго, сколько оно прям как будто прогорает что-то. Такого не слышал еще. Такого вообще не... Вот звук. Слушайте. Вот это да. Ого. Я такого никогда не слышал. Ребят, что-то не то. То есть, ну, это как-то нереально прям звук. То есть, и там вот долбит одно за одно, и здесь включается, и прям такой раскат продолжительный. Может, я, конечно, не думал, напишите обязательно в комментариях, но я прям таких длинных раскатов никогда не слышал. Что-то у меня такое ощущение, когда с молнией что-то не так. Что-то смещается, смотрите, молния в ту сторону. У нас первый балл вот здесь, потом сюда ушло, и сейчас вот в ту сторону. Он мерцает. Один, два, три. Что-то там у вас не так, ребята. Люди прыгают постоянно. И вот, ну, не, ну, я наговариваю с ними. Все хорошо. Хорошо. Уходи. Ух, что-то не то. ЖК 1, 2, 3. Прям смотрите, какие раскаты над ними происходят. Вся напряженность, так сказать, эпицентр уходит туда от нас подальше, потому что мы уже раскатов таких сильных не слышим. О. Ух. Рано радовался, Левка. Вот они, пошли звуки. Мне больше нравятся наши дети, наши взрослые. Всем пока. Ух, пушечку. Опять на 1, 2, 3. Так, молнии просто одна за одной, и именно в том месте. Уф, вот сейчас один. О, еще и свет включился. Все. Больше у нас нет хорошего освещения. То есть. О. Ай-яй-яй-яй. Вот это да, вот это раскат еще. Ну, сегодня, думаю, хватит. У меня аж мурашки по коже пошли. То есть волосы становятся дыбом от этого. Реально в шоке, конечно, от таких раскатов. Это довольно-таки непривычно видеть. Но мы пошли домой.